Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами считает, что существует приемлемый вариант окончания конфликта на Украине. Своими мыслями он поделился с изданием Fox News. Как пишут американские СМИ, Рамасвами предложил отдать Путину Восточную Украину. По словам политика, это поможет положить конец сильному союзу России, Китая и Северной Кореи, в котором он видит реальную угрозу для США. Рамасвами подчеркнул, что вхождение части Украины в состав России будет оформлено как некая сделка, при которой наше государство должно будет отказаться от тесного сотрудничества с КНДР и Китайской Народной Республикой. Союз России и Китая – это самая большая угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся. Возьмите российский гиперзвуковой ракетный потенциал, соедините его с военно-морским флотом Китая и нашей экономической зависимостью от этой страны – вот реальная угроза, которая стоит перед США. И я вижу возможность использовать конфликт на Украине как способ достижения более важной для США цели – оторвать Россию от Китая, цитирует издание и Daily слово Рамасвами. При этом американский политик уточнил, что-то сейчас США и президент Джо Байден делают все, чтобы подтолкнуть мир к Третьей мировой войне. Делитесь этим видео с друзьями. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.